Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы с вами сделаем вот такой браслет, основой которого являются кожаные шнуры и декоративные элементы из полимерной глины, залитые фимогелем. Начнем. Подготовим емкость, куда нальем гель. В каждую емкость нужно будет добавить пастель разных оттенков и хорошо размешать. Моя цветовая палитра: синий, бирюзовый, розовый, красный и желтый. Все цвета готовы. Раскатываем белую полимерную глину 2 мм толщиной. Кладем ее на текстурный лист и прокатываем на паст-машине. Важно! Прокатываем на той же толщине, что и изначальный пласт. Формочкой вырезаем кружки, выбрав понравившийся нам рисунок на текстуре. Зубочисткой распределяем гель разных цветов по кружочкам. Отправляем запекаться при температуре, указанной производителем. Кружочки остыли, осталось сверлом сделать отверстие, покрыть их лаком. Сборка. От кожаного шнура отмеряем и отрезаем 9 отрезков по 19 см длиной. Ровно складываем их и на концы накручиваем черный вощеный шнур, плотно прижимая друг к другу каждый виток. Кончик вощеного шнура смазываем клеем и хорошо прижимаем к остальным кожаным шнурам. В концевик вставляем штифт-гвоздик, шнуры смазываем клеем и одеваем, плотно прижимая. Эту же процедуру проделываем на другом конце браслета. Большими соединительными колечками мы скрепляем декоративный элемент с кожаными шнурами.
Я прикрепляю одно колечко сразу к двум шнурам. Расположение декора на ваше усмотрение. Браслет почти собран, но мне показался пустоват. Поэтому я добавила 3 бусинки, подходящие по цвету всей композиции. Не забываем прикрепить замочек. Ну вот и все. Браслет получился очень теплым, несмотря на черные кожаные шнуры. Пастель и гель сделали свое дело, оживили его, добавили яркости. Вы смотрели мастер-класс «Кожаный браслет с фимогелем от Тристани». Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Пока-пока!